подготовке 5-го юбилейного веломарафона приняли участие десятки волонтеров-сотрудников Смоленской АЭС. Они же подготовили маршрут трассы. Участникам предстояло преодолеть десятки километров по живописным окрестностям Десногорска. Буквально 2 километра нужно проехать по асфальтной дороге, и мы сворачиваем на грунтовку. И по грунтовке, по лесам, по аллеям, естественно, по отмаркированной трассе мы едем до святого источника. Таким был полукруг длиной в 15 километров. Всего же участникам предлагалось проехать 60, 90, 120 и 150 километров в зависимости от уровня подготовки и личного настроя. Сегодня специально приехала. Это домашний марафон, домашнее мероприятие, которое организуется по этим всем маршрутам, которые мы все детство катались. И это здорово, это ностальгия, это интересно. Участниками веломарафона стали спортсмены из городов Смоленской области, а также из Москвы. На контрольных точках дистанции для них были организованы места для отдыха. Там же можно было устранить неполадки с велосипедом и просто набраться сил. Очень спортивная атмосфера, и я уже не первый год участвую, уже четвертый. Первый раз это было прям на самый-самый первый марафон. Я ездила со своей подругой, и мне очень понравилось, потому что, хоть трассы и сложные, но, тем не менее, очень весело получается. Марафон закончился благополучно и без происшествий. Все победители и призеры получили кубки и подарки от Смоленской АЭС. Но главный подарок – отличное настроение и заряд бодрости – достался абсолютно всем. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.